сейчас нужно, наверное, не расстраиваться. Это первое, наверное, да, поддержать наших ребят вот в данной ситуации. Я думаю, чтобы пожелать им, чтобы они нашли мотивацию для дальнейшего занятия вообще спортом. Вот, потому что, ну, мы уже второй, будем так говорить, цикл, да, не участвуем, олимпийский цикл, не участвуем в олимпийских, в паралимпийских играх. Вот, поэтому, ну, думаю, нужно немножко, наверное, собраться и найти мотивацию дальше заниматься.